Зрозуміло, пан Анатолію, якщо є і функціонує, він продовжує набирати обертів штаб блокади, то є певним чином і конкретний аналіз. Що показав аналіз від початку, від першого дня блокади? Скільки затримали, не затримали, що безпосередньо у тих вагонах чи фурах? І що ви можете сказати про певні підсумки станом на сьогодні діяльності ветеранів АТО? Ну, я думаю, что вообще-то вы видели, как проходит блокада. На сегодняшний день у нас заблокированы три основные железнодорожные ветки, которые находятся одна в Луганской области, две в Донецкой области. Я не знаю, что находится в вагонах, которые не проходят по этим веткам. У нас на перегонах стоят поезда, которые не пропускают остальные составы. Соответственно, с Красного Лимана и из сотни территории сюда поезда не направляются. Вот. Мы можем сказать количество вагонов, которые не прошли за это время. Можете их сами посчитать. Это первое. А по аналитике, ну, я вам скажу, на сегодняшний день как минимум 12 областных, городских и районных администраций поддержали блокаду и обратились в Верховную Раду с предложением поддержать требования блокадников. Это хороший для нас знак. Второе, значит, мы провели переговоры с премьер-министром, личные переговоры. Вот. Кажется, мы находимся в состоянии переговорного процесса. Те предложения, которые нам дает премьер-министр, они для нас не приемлемы. Те требования, которые выдвигаем мы, премьер-министр выполнить не может. Поэтому у нас такой небольшой тупичок.